2, 3. Я пока в душе, я не могу разговаривать. Я помоюсь, я тебе отвечу. Приветствую вас, дорогие зрители. Меня зовут Кристина, и я кочую по миру. В сегодняшнем выпуске я продолжу показывать вам Филиппины. После того, как мы с моим мужем Кириллом провели 1.5 недели в Маниле, мы отправились на остров Палаван. Сюда я хотела больше всего. Забавно, но в итоге провели мы на острове не так много времени. Тут невероятно высокие цены на все. Но это место, на мой взгляд, одно из лучших на Филиппинах. Я не пожалела ни об одном потраченном сентима. Готовьтесь к визуальному блаженству и инфаркту, когда я буду называть цены. Сперва мы прилетели в город Пуэрто-Принцесса. Оттуда мы забронировали общий трансфер до Эль-Нидо. На Филиппинах, как обычно, все было через жопу. Трансфер опоздал. Затем сотрудники мурыжили в их офисе, заставляя несколько раз заполнять наши данные, несмотря на то, что мы их заполняли заранее при заказе. Ехали до Эль-Нидо 6 часов по дикому серпантину. Вообще, можно было прилететь сразу в Эль-Нидо, но там маленький аэропорт и летят туда маленькие самолеты на каких-то вентиляторах. Моя аэрофобия взяла верх, и я решила, что ехать в ночи по серпантинам куда безопаснее. Кстати, прямой билет до Эль-Нидо стоит в 2 раза дороже, чем билет до Пуэрто-Принцессы с трансфером в Эль-Нидо. Тут уже жадность Кирилла взяла верх, и он согласился со мной. Вот такая у нас семейка. Сейчас я вам покажу номер, в котором мы остановились. Сделаю небольшой рум-тур. Это я еще снимаю на 0,5, потому что он маленький, поэтому будет казаться больше. Здесь посреди стоит вот такая штука. Она здесь идет в комплекте. Здесь раковина, здесь всякие мыльно-рыльные. Двухместный номер у нас с 2 отдельными кроватями. Кровати большие, удобные, все классно, но они вот такие двухспальные. Но это может быть даже лучше. Мы отлично выспались и не мешали друг другу. Вообще отдельные кровати, это просто топ. Здесь у нас барахло все валяется и вот такой шкаф. И знаете, в чем прикол? Вот на эту штуку, чтобы замок дали, чтобы не сперли наши вещи, они хотят 500 песо за замок. Капец, вообще бред. Ну и вот, собственно, такой этот. Что прикольно, здесь есть вот такая сушилка. Причем ее можно выносить за дверь и сушить вещи за дверью. Вот такой номер. Сколько стоил? Я при монтаже напишу сюда или сюда. Что скажете, пишите в комментариях. На этаже у нас вот такая общая зона. Здесь можно на подушках почилить, на таких вот сетках. Мусорка. И на каждом этаже есть еще кулер с водой. С горячей и холодной. Это общая кухня. Сам ты себе поесть не приготовишь, но здесь можно взять кружечки, водички. Микроволновка есть, холодильник есть. И вот там у нас ресепшн. Байк взяли, шлемы надели. Сейчас нужно заправиться, и можно будет отправляться исследовать остров. Арендовав байк, мы первым делом отправились изучать местные пляжи. Удивительно, но страна, которая состоит из островов, не балует пляжами для купания. Главный пляж Эль-Нидо весь усыпан лодками и не предназначен для купания. Оттуда отъезжают лодки на сборные экскурсии по островам. К этому мы еще вернемся, так как на одном таком туре мы тоже побывали. Итак, какие пляжи мы нашли на Эль-Нидо? Первым делом мы отправились на обалденный и самый удаленный от Эль-Нидо пляж Накпан. От центра Эль-Нидо ехать до него около 30-40 минут. Дорога на всем пути хорошая и живописная, кроме коротенького участка перед самим пляжем. Пляж действительно очень красивый, практически нет людей и невероятного цвета вода. Из минусов тут мало природной тени и инфраструктуры. Буквально пару простеньких кафешек и есть шезлонги. Сколько они стоят, мы не узнавали, потому что провести целый день в одном месте в наши планы не входило. Мы как следует поплескались в лазурной воде, выпили вкуснейшего кокоса, полетали на дроне, чтобы показать вам красивых кадров, и отправились смотреть, какие еще есть пляжи неподалеку от Эль-Нидо. Мы приехали смотреть закат на пляж, который находится буквально в 15 минут езды от центра Эль-Нидо. Пляж, как предполагается, должен быть очень-очень красивый.
Мы дошли до пляжа. Здесь такая невероятная атмосфера. Природа просто пушка невероятная. Единственное, мне кажется, что солнце будет сейчас уходить за горы. И мы не увидим здесь закат. Тебе так не кажется, Кирилл? Короче, но не знаю, посмотрим. Здесь пишут, что очень красивый закат. И не знаю, как будет у нас. Но полетать на дроне у нас здесь не получится, потому что здесь же рядом маленький аэропорт. И, соответственно, нельзя, здесь прям блокируют, дрон даже не поднимется в таком месте. Эх, красивых кадров не получится, но ничего, завтра мы сгоняем на другой пляж и попробуем запуститься там. На следующий день мы посетили еще один пляж, который мне понравился больше, чем предыдущий Лио Бич. Пляж Лас Кабанас, куда мы приехали, это хороший пляж, который подходит для купания. Есть вся необходимая инфраструктура и приятная атмосфера. Пляжу ведет пешеходная зона, где много красивых кафе, магазинчиков и даже спортивный зал. Началась такая движуха, очень много людей, куча всяких кафе, ресторанов, баров, все в огоньках, все в музыке. В общем, прям такая очень-очень атмосфера прикольная. Атмосфера деревушки Эль-Нида чем-то напомнила мне лаосский Ван Вьенг, только вместо гор невероятные морские пейзажи. Если вы еще не смотрели мой выпуск из Лаоса, то обязательно посмотрите, потому что путешествия по Лаосу и Филиппинам пока что мои самые любимые. Я моментально влюбилась в Эль-Нида, даже несмотря на то, что цены тут выкручены до предела и совершенно не соответствуют тому, что вы за эти деньги получите. Сервис на Филиппинах ужасен. Немного прогулявшись вечером, мы отправились в отель, чтобы на следующий день отправиться в тур по райским островам рядом с Эль-Нида. На Филиппинах все как обычно, мы покупали билет на сайте Клук, и сейчас подходим там, где была назначена встреча, нам говорят, а мы поменяли место локации. Никто нам ничего не написал, ни на почту, ни в WhatsApp, никуда. Куда идти? Понятия не имеем. Дали какой-то номер телефона Кириллу, он сейчас звонит кому-то. Обожаю, организация на Филиппинах, это вообще вот так вот. Мы пришли во вторую кафешку, нас отправили в третью кафешку. Мы уже думали, что весь наш тур заключается в том, что мы будем просто ходить по Эль-Нида до 5 часов. Но в итоге, кажется, мы нашли гида. Либо он сказал, что он наш гид. Самое смешное, что за нами ходят толпой вот там челики, если вы их видите, с сумками, с этими сачками продают. Просто они ходят за нами толпой. А мы продолжаем стоять и ждать очередь. Пока стояли в очереди, познакомились с парнями из Вьетнама, поболтали с ними. Я хотел сказать. Мы им сказали, что во Вьетнаме все намного, в 1000 раз лучше. Там вообще все очень четко и понятно. Вообще вьетнамцы очень работящие, отличный сервис. Ну, я имею в виду по меркам Юго-Восточной Азии. Этот чел со своими бэгами ходит просто, он отовсюду из дерева выглядывает. Из угла. Бэг, бэг. Настолько все через жопу, что мы уже вроде бы прошли этот
как его, очередь эту всю, уже загрузились даже в лодку. Но как вы думаете, как тут устроена организация? Теперь в лодке нам надо сидеть и ждать, пока наша лодка заполнится нашим туром. А очередь просто хаотичная, то есть не так, что, допустим, одна очередь на тур A, а одна очередь на тур B. Кирюша, возьми мой телефон из кармана, пожалуйста. Минуточка. И поэтому мы сейчас сидим, ждем, пока абсолютно все пройдут очередь, получается, и наша лодка не забьется всем, кто едет на тур A. Я успела сходить за кофе, за булкой какой-то, потому что я хочу уже есть, перекусить. Все, я сейчас поднимусь и продам. Прошло 2,5 часа, и мы наконец-то выехали. Худшая организация, с которой я когда-либо ездила, худший сервис, который я когда-либо видела. Едем на острова смотреть красоты, которые должны перекрыть весь этот отвратительный филиппинский сервис. На Эль-Нидо есть 3 вида туров – A, B и C. Мы купили тур A, и на двоих это стоило $33. В стоимость тура входил обед. Туры по островам можно купить и прямо в деревне. Там множество турагентств, выбирайте по отзывам на Google картах, и, возможно, так будет даже лучше. Цены не смотрела, но я думаю, выйдет плюс-минус одинаково. Первым делом нас привезли к секретной лагуне. Мы сейчас приехали в секретную лагуну. Секретная лагуна, она немножко подтопленная, и нужно слегка нырять, но там буквально совсем чуть-чуть, и под скалой проплыть, и вы попадете в такую прям прикольную, очень красивую лагуну. О, oh, я can see it. На мой взгляд, у первой локации мы провели слишком много времени. Да и в целом во всех локациях было все слишком затянуто. У нас был дрон, поэтому нам это было только на руку. Мы полетали и этим поразвлекались. Без дрона там было бы скучно. Сейчас мы остановились на такой точке для снорклинга. И сейчас мы будем как раз-таки заниматься снорклингом, нырять с маской. И здесь такого цвета потрясающего вода. Это просто, я такого не видела. Короче, вообще очень красиво, капец. Да, супер кайф. Пришло время обеда. Вот такой у нас стол. Наш шеф-повар все это потрогал руками, так что немножко паразитами. Да, Кирилка? Так, у нас веселые ребятки, музычка играет. О, они тарелочки помыли прямо в море. Ура, чистые тарелки будут. Я-то думал, с грязной будем. Зато какой вид, какой вид. Ну что, пришло время попрыгать с лодочки? Да.
Представляете, удивительно, но филиппинцы боятся плавать. Большинство из тех, кто у нас на лодке, здесь очень сильно боятся плавать и прыгать, и вообще воды. Она не может. Раз, два, три. После того, как все пообедали, вдоволь напрыгались и накупались, лодка отправилась в самую интересную локацию. Нас привезли в красивую большую лагуну, где предложили поплавать на каяках. Двухместный каяк стоил 300 песо, это примерно 5 долларов. Большая лагуна – лучшая локация из всего тура и единственное место, где действительно имело смысл оставаться подольше. Мы арендовали каяк на двоих. Чтобы сплавать вот туда. Ну... туда мы и плывем. Кристина гребет, я снимаю. Ну не все же тебе гребти. Кириллка, ты как там? Очень классно. Невероятная красота, просто потрясающие места. Очень красиво. Мы поплавали на каяках, полюбовались природой, сделали 100-500 фото, после чего приплыли обратно на лодку. Но к этому моменту погода начала сильно портиться и начинался дождь. Какое-то время пришлось сидеть в лодке под дождем и ждать, когда вернутся другие участники тура. Я потихоньку начала промокать и замерзать. Приплыли эти потеряшки. Просто такой дикий ливень. Мы насквозь все мокрые вообще. Че, Кирилл, может телефон стоит все-таки убрать или нет? Я уже убрал. Нет, я имею в виду в это, вот в эту штучку. Твой? Да. Может и стоит. Пока он в этом. Я пока в душе, я не могу разговаривать. Я помоюсь, я тебе отвечу. Это просто капец. Maybe let's go. Нет, давай подождем еще чего-нибудь. Пока ебанет все, вообще шторм нас вот так вот разъебет. В общем, после дождя нас высадили на еще один остров, это наша последняя локация, Seven Commandos он называется. Он, кстати, уже находится на Эль-Нидо, но он как бы его чуть-чуть объезжать надо. Смотрите, вода здесь, конечно, потрясающе красивого цвета, но в целом делать здесь вообще абсолютно нечего, так как мы полностью промокли, у нас все промокло. Мы даже дрон не стали с собой брать, лучше не доставать лишний раз здесь.
скучно. Куча бездомных собак. Они только что при нас прям они подрались, такую бойню устроили собаки друг с другом. Это жутко. Ну, короче, не очень приятно. Вот они, как обычно, просто затягивают. Нас высадили сюда снова на 40 минут. А здесь нечего делать 40 минут. Я вообще не понимаю, зачем. Сам пляж тоже не сильно понравился. У берега много лодок и предлагается плавать рядом с ними. На пляже много людей, все экскурсионные группы приезжают сюда. При этом нет никакой нормальной инфраструктуры. День был насыщенный, обед невкусный и несытный. Мы изрядно проголодались, а на пляже есть всего один киоск, в котором продавались только чипсы, растворимый кофе и лапша быстрого приготовления. За неимением лучшего ели Принглс. Просидели на пляже 40 минут, купаться уже не хотелось, и после этого нас повезли обратно на Эль-Нидо. Лодка причалила к Эль-Нидо, и мы наконец-то нормально поели за весь день, полюбовались закатом и отправились к себе в номер сушить вещи. На следующий день мы выезжали на соседний остров Бусуанга, в деревушку Корон. Наше путешествие по Эль-Нидо подходит к концу, и сейчас мы отправляемся на другой остров, на соседний. Мы там проведем две ночи, получается, и один полный день, и уже там на следующий день мы рано с утра уедем. Мы сейчас находимся на пирсе Эль-Нидо, с которого отъезжает быстрый паром до Корона. Идет он 3,5 часа, и стоит он, Кирилл вступает в кадр. Не помню. Около 50 долларов на человек. Паром отъезжает с пирса. И когда вы уже купили билет на этот паром, приезжаете сюда, с вас еще будут вымогать по 20 песо. И что там было написано, для чего это? Плата за терминал. Плата за терминал. Когда мы проходим досмотр, чтобы войти в паром, там такой жесткий досмотр, у нас с собой были ножницы обычные. У нас отобрали эти ножницы, сказали, что когда мы будем возвращаться, нам их вернут. Когда выйдем, в смысле, на Короне? Там нужно когда будет выйдем подойти на Короне. К охране, да, и они нам их выдадут. Я думала, нам в Эль-Нидо их вернут, когда мы будем возвращаться. Нет. Ладно, значит, мы зашли в этот терминал, там было хоть какое-то подобие кондиционера, можно было бы посидеть и выдохнуть. Но нет, нас просто всех вывели под палящее солнце, чтобы мы стояли и ждали наш паром под палящим солнцем. Это просто... Еще не все. Подошли к Кириллу и сказали, что багаж должен стоять в отдельной очереди. Я правильно понимаю? Да. Но это для того, чтобы собака прошлась и еще раз пронюхала весь багаж, чтобы ни одна муха не просочилась плохая. Поднялись на паром, уселись на свое место. Здесь в паром есть два вида мест. Можно взять места внутри помещения с кондиционерами, а можно взять на палубе без кондиционера, но зато с шикарным видом. Мы решили не брать с шикарным видом и посидеть в кондиционере. Но я надеюсь, что во время пути можно будет выйти все-таки на палубу и посмотреть, что там будет происходить. Нам выдали пакетики для блёвы и таблеточку от укачивания. Мы доехали до Корона, в итоге ехали мы нифига не 3,5 часа, как было заявлено при покупке билетов. А сколько в итоге? 5? 4,5. Меня дико укачало. Здесь внутри парома очень сильно пахнет топливом, бензином. Несмотря на то, что тут дикий такой кондиционер, все очень сильно пахнет, невозможно. Меня очень сильно начало тошнить где-то в середине пути, может быть, ближе к концу. Я уже пошла на палубу, там мне стало чуть полегче, но там душно, жарко. Посидела там, но мне хотя бы от этого стало легче. Все, мы погнали, мы причалили и поехали селиться в отель, искать тур и потом искать еще ужин.
Заселились мы в наш номер, такой гестхаус, собственно, вот номер. Меня они очень приятно удивили. Номер очень-очень чистый. Это очень классно. Единственное, здесь моргает электричество. Сейчас у нас его чуть-чуть вырубилось, и вырубилось это вентилятор. Вот такой номерок, простой, но, говорю, все чистенько, очень опрятно, есть мыло. Даже вот сеточку здесь на окно сделали заботливо, чтобы я не верещала, если к нам какая-нибудь жужа залетит. Самое плохое, это вид на внутренний дворик. Вот, а там все негодники, петухи. Здесь в Азии петухи какие-то, не петухи, а слоны. Они так жестко орут. Ну, посмотрим, как мы проведем эту ночь. В этом же отеле забронировали супертур, который включает в себя посещение самых красивых мест. Нас заберут из этого отеля и потом еще обратно доставят в этот отель. Также туда входит посещение всех достопримечательностей, мест. И сбор, вот этот экологический сбор за природу тоже входит в стоимость. И стоит это все 1900 песо на человека. По мне, так это отличная цена. Мы уже не стали ничего ходить, бегать, искать по городу. Просто взяли то, что есть. Первый взгляд Корон произвел впечатление такого более дикого места, нежели Эль-Нида. На Эль-Нида такое больше, более туристическое место, что ли, мне кажется, мне так показалось. Как будто бы все так более заточено на туристов. Здесь больше колорита, дешевле, чем на Эль-Нида. Сейчас мы пошли искать местечко, где мы поужинаем. И после этого мы уже вернемся в наш отель. И завтра нас прям заберут из нашего отеля в 8:30 утра, и мы поедем на тур. Надеюсь, нас действительно заберут в 8:30. Точнее, надеюсь, что нас отвезут уже в наш тур. Не как это было в Эль-Нида, а сразу же, что мы не будем опять до 10, до 11 там торчать. Сейчас раннее утро, солнце уже шпарит неимоверно. Мы собрались на пирсе, с которого отъезжают групповые и частные экскурсии и лодки, чтобы отправиться по островам и, самое главное, по невероятным озерам. В том числе сегодня мы будем смотреть на озеро Барракуда. Даже сама организация поездок на Короне мне нравится гораздо больше, чем была на Эль-Нида. Нас забрали на автомобиле с кондиционером, довезли до порта, забрали, причем вовремя, даже мы немного опоздали. Удивительно, удивительно. Посмотрим, как будет проходить поездка. Первым делом нас привезли в симпатичную бухту. Предполагалось занятие снорклингом. Но снорклинг в этом месте мне не понравился. Было очень сильное течение, нас быстро относило далеко от лодки и было даже немного страшновато. Под водой ничего не было видно, ни красивых рыбок, ни коралла. Как-то мы глубоко прям встали, лодка припарковалась не очень удачно. Чтобы нормально посноркать, надо плыть вот туда, а течение уносит вообще. Мы поели, мы брали с собой сэндвичи, поэтому мы посидели, пожрали просто сэндвичи, позагорали, окунались и все. Благо, в этот раз не стали затягивать и держать нас долго на одном месте. Мы немного поплескались и поехали дальше смотреть невероятные озера. Приехали на одно очень красивое озеро, будем сейчас его смотреть. Нам сказали обязательно надеть на себя спасательные жилеты, не знаю почему, потому что... Private area, там что-то private property, приватной собственности, и не хотят, чтобы здесь что-то случилось с людьми, это типа обязательные условия. Ага, ну короче, вот да, здесь обязательно нужно ходить в спасательных жилетах, хотя мы сейчас будем по сути по суше ходить. Итак, проход сквозь лодки. Thank you. Итак, через другую лодку. О, здесь рыба жарится. Смотрите, как гриль. Hello, hello, hello. Выбрались.
Мы приплыли смотреть на невероятной красоты озеро Каенган, которое расположено в черте морского заповедника. Это фантастически красивое озеро. Считается самым чистым на Филиппинах, а возможно и во всей Юго-Восточной Азии, а может и мира. Вода настолько прозрачная, что часто можно увидеть глубину до 10 метров. Вода в озере состоит на 75% из пресной воды и на 25% из соленой. Это соединение создает уникальную экосистему, где обитают разнообразные морские и пресноводные виды. Озеро окружено скалами и невероятными видами. Чтобы увидеть эту красоту, нужно сперва идти долго вверх, а затем спуститься вниз. На самом верху находится смотровая площадка, с которой открывается вид на окружающие острова и известняковые скалы. Озеро важно и культурно, и экономически, а для местных жителей считается еще и священным местом. Некоторые местные верят в духов, которые обитают в водах этого озера. Капец, я и не предполагала, что в эту дикую жару нам придется очень высоко карабкаться. Прям как в Лаосе, но там было не так жарко. Но здесь, благо, хотя бы сделаны ступеньки, а не просто как в Лаосе по скалам карабкаешься. Но все равно я уже запухалась, дико жарко. Это капец. Да. Morocco. What is your name? Clone. Munir. Munir. Yeah. Wow, beautiful funny, name. A funny Moroccan name. Very hard. Munir. Like moon and in year. Munir. My name is Kirill. Kirill. Kirill, nice to meet you. And my name is Christina. Christina, yeah. Munir, nice to meet you too. Nice to meet you. With our new friend Munir. From Clon. Yeah. Он из Марокко, из Марракеша. Followers will understand it. Yeah, for sure. После жаркого и тяжелого подъема в гору мы поплавали в прозрачной прохладной воде озера, познакомились с молодым человеком из Марракеша, рассказали ему про сериал «Клон», про который он совершенно не знал, посмеялись и отправились еще к одному потрясающему озеру. Thank you, my friend. Мы приехали на озеро Барракуда, куда я больше всего хотела попасть. И я надеюсь, у нас получится сделать сейчас клевые кадры, клевые фоточки. Озеро Барракуда является частью архипелага Каламьян. Оно известно своими термоклинами, резкими изменениями температуры воды на разной глубине. Погружение в озеро похоже на плавание в разных слоях воды, где температура и видимость меняются очень быстро. Озеро популярно среди дайверов. Это на самом деле нечто фантастическое. Мы сняли жилеты и попытались нырнуть, чтобы сделать классные фоточки. Но ничего не получалось. Под водой невероятно сильное давление. Я такого еще не испытывала. Вода выталкивает тело, не дает находиться под водой ни секунды. Потрясающе. Озеро названо в честь огромного скелета рыбы барракуды, который был обнаружен в его глубинах. Несмотря на название, в этих водах не так много барракуд. Мы видели каких-то небольших рыб, которые были на них похожи, но я не уверена, что это были они. Поплавав в озере, вдоволь восхитившись красотой природы Филиппин, мы изрядно проголодались и отправились на обед. Пообедать нас привезли на потрясающе красивый пляж Банул Бич. Серьезно говорю, таких красивых пляжей я еще не видела. Белейший песок, мягкий как мука, цвет воды настолько бирюзовый, что даже не верилось. Обед был простым, снова не очень вкусным, но этот пляж скрасил все. Запустили дрон и сняли красивых кадров для вас.
что следующая локация снова снорклинг. На этот раз мы будем смотреть на какой-то затонувший корабль. Мы приехали к острову, который называется Скелетон, и он такой в форме типа скелета, но я вам сейчас его подсниму. Кирилл, ты готов меня много фоткать? Нет, а тебя не слышно. Как не слышно? Ну ты же от камеры говорила. Я спросила, Кирилл, ты готов меня фоткать? Он сказал нет. Не очень. Ну что, какой снорклинг выбираешь? Да без разницы, какой хочешь. Вот он сам, Скелетон. А вот сюда нам надо прыгать. Можно без жилетов, чтобы можно было занырнуть. Но я не очень хорошо плаваю, поэтому я все-таки буду с жилетом. К сожалению, нормально заснять корабль у нас не получилось. Мы немного побультыхались в воде и поплыли на следующий остров с очередным райским пляжем. Только посмотрите, какая водичка! Такой небольшой остров. Тут все купаются, чилят. И вот смотрите, а вот там вот, да, такой кусочек, это прям такая глубокая вода, прям темная. А здесь такая мелкая. Здесь вот на лодке вон челик пригнал, пиво продает. Песенки поет, шуточки всякие шутит. Ну что, Кирилка, пойдем? Просто с альтухой, походу. Ну что, плывем, идем по водичке. Ты идешь? Да, я иду. А я как будто бы не достаю. Достаешь, достаешь, встань. Ой, нет, я прям носочком. Ой. О, самое время проверить мою штуку. О, вроде работает. Ну вы посмотрите, посмотрите, вы с нами сейчас купаетесь. Как вам эта водичка, а? Нравится? Буха затекла. Приехали сейчас в последнюю нашу локацию, Twin Lagoon. Это надо кататься на каяках. Здесь вот эти вот скалы, они очень такие, ну, прикольные, как типа а-ля в Таиланде, знаете, в Краби. Вот, а мы на каяках кататься не будем, потому что мы зажабили денег, и мы хотели полетать. Мы хотели полетать на дроне, и классно все здесь поснимать, потому что были бы вообще потрясающие кадры. А мы потеряли проводок один от дрона, который самый главный, который подсоединяется дрон к телефону, ну, чтобы можно было управлять. Ну, короче, ничем не поуправляем, так что просто почилим. Грустно, конечно, без дрона, но мы сейчас будем развлекаться как можем. Пару раз нырнем, потому что без воды достаточно жарко. На самом деле, просто на солнце жарко, а вот так вот сейчас я встала, солнце, когда не падает на нас, то не так жарко. Тенечки. Кому как. Мне жарко всегда. Здесь в целом достаточно жаркий регион, я имею в виду Филиппины. Но да, после Манилы, конечно, здесь попрохладнее. Но в воде гораздо лучше, поэтому я уже. А я так уже спать хочу. Вода высасывает прямо так. Я бы сейчас поела бы и легла бы спать. Так и сделаем, но попозже. Two, three! Мунир, Кристина, Кирилл. Поспать, конечно же, не получилось, зато мы отлично поныряли с нашим новым другом из Марокко, после чего вернулась та часть группы, которая уехала на каяках, и мы отправились на Корон. Нам сейчас угостили бананчиками зажаренными. Немножко духоты. Но все равно приятно. Да, прикольная была экскурсия.
Экскурсия по островам Скарона понравилась мне намного больше, чем та, что мы брали на Эльнида. Озера, пляжи, да и сама деревушка Карон просто потрясающие. Жаль, что в этом месте мы пробыли мало времени. Хочу сюда вернуться еще раз, только в следующий раз остаться подольше и попробовать заняться дайвингом. Ведь за дайвингом в основном и едут на Карон. На следующий день уже предстояло уезжать обратно на Эльнида. Оттуда нас ждал трансфер в город Пуэрто-Принцесса, где мы переночевали одну ночь, отдохнули перед вылетом и отправились на другой остров Филиппин. Куда отправились дальше, чем там занимались и что видели, будет в следующем выпуске. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить. И, конечно же, подписывайтесь в Телеграм. Контента и меня там больше. В канале в Телеграм делюсь локациями из путешествий, пишу полезные гайды, даю много информации, да и просто рассказываю про свои чувства и рефлексирую от жизни кочевника. Если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и буду рада словам поддержки в комментариях. Спасибо за внимание и увидимся в следующем выпуске.